Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Диана Гурская в программе Елены Малышевой «Жить здорово» рассказала об одном из самых тяжелых моментов своей жизни, когда врачи поставили ей страшный диагноз – рак матки. Артистка тогда уже родила сына Костю и регулярно ходила на профилактический осмотр к гинекологу. Во время одного из визитов врачи обнаружили у нее миому. Медики подозревали у Дианы онкологию и предложили ей удалить матку. Новость стала для певицы шоком, она растерялась и не знала, что ей делать дальше. «Я боялась не того, что со мной что-то случится. Я боялась, что будет с моим сыном. Думала, Господи, что с ним потом станет. Не знала, как жить дальше», — рассказала Гурцкая. Диана решила перепроверить диагноз и обратилась к другим врачам. К счастью, онкология не подтвердилась. Певица легла на операцию, и ей удалили миому. «Есть врач от Бога, который меня вернул с того света. Она страшную болезнь не подтвердила», — говорит Диана. «Меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила». Диана мечтает родить еще одного ребенка. Она очень хочет, чтобы у ее сына появился братик или сестренка. «Появится возможность, очень хотела бы дочку. Был момент, когда Кости был маленький и не хотела делить свою любовь к нему с кем-либо. А сейчас понимаю, что ему нужен брат, сестра», — считает певица. «Что бы я делала без своего брата Роберта? Хотя мы часто спорим, ругаемся, ведь он до сих пор меня считает ребенком. Иногда я начинаю его понимать. Мне тоже сложно слышать, когда мой сын говорит мне, что у него своя жизнь. А брат меня в детстве чуть ли не с рук кормил. Брат Роберт стал не только главным защитником, но и продюсером будущей звезды». В 2005 году Диана вышла замуж за профессора кафедры конституционного права Российского университета дружбы народов, адвоката Петра Кучеренко. В 2007 году у супругов родился сын Кости. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!